на позицию премьер-министра назначит свою дочь Дорогу. Дорога, она вообще не профессиональная, не специалист. У нее только вывески, которые ей папа давал. То вице-премьером назначит, то своим указом назначил сенатором. Потом она стала председателем Комитета обороны и промышленности. То есть ее никто не избирал. Везде ее папа назначал на те или иные должности. Не знаю, почему меня должны смущать родственные отношения, родственные узы, которые связывают меня с президентом. Я его дочь, я этим горжусь, и отцом своим горжусь. Он может назначить ее на должность премьер-министра. Но представьте, что человек, который вообще ничего не понимает, вообще всегда была наготовом, она должна же произносить какие-то слова, даже на бумаге. Потом выйдет на пресс-конференцию, там один какой-то вопрос. Наберемся терпения. Она сразу посыпется. Даже если это регулируемая пресс-конференция, как вчера было у Байбека, у Бордюрбека там и других, все равно премьер-министра нужно когда-нибудь отвечать внятно на вопросы. Все равно премьер-министру нужно реагировать на те или иные ситуации. Все равно должен быть определенный уровень подготовки. И всегда премьер-министры и правительство – мальчики для битья. Но Султан Назарбаев их должен потом, как кукол, отпинать на глазах народа. Но будет ли он делать это против своей дочери? Нет, не будет. Поэтому ему невыгодно назначать ее на должность премьер-министра. Ему выгодно ее в итоге назначить президенту. Самому стоять над должностью президента – и оставить правительство, а правительство все время выгонять, увольнять министров, чтобы народ это обсуждал и радовался. Ой, бай, дурс полды, жиндык, жиндык, енді так жиндымыз деп. Спасибо, что смотрите наш YouTube-канал 1612 и не верите сказкам Хабара. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Инстаграм и Телеграм.